С 1 апреля в Одессе снова начнут работать фонтаны. Сначала в историческом центре, а к концу мая и в других местах. Сейчас коммунальщики тестируют их работу после зимы. Расконсервация, чтобы вы понимали, включает в себя установку насосов, установку форсунок. И вот в данном случае мы уже его пробный запуск для того, чтобы отрегулировать правильную работу форсунок. А завтра он уже должен заиграть всеми красками. Как говорят в профильном коммунальном предприятии, все 20 работающих фонтанов зиму пережили спокойно. Актов вандализма зафиксировано не было. Еще 5 фонтанов по разным причинам расконсервированы не будут.